Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам про принтер, который мы используем в сублимационной печати. Изначально в своей практике мы использовали принтер Epson P50. Но на смену этому принтеру пришел другой принтер, который мы считаем, у которого есть больше плюсов. Это принтер L800 фирмы Epson. Главный плюс его в том, что к нему уже не нужно приобретать отдельно СНПЧ, систему непрерывной подачи чернил. Она уже встроена в принтер. Вот она вот здесь находится. Вот. И то есть самим уже не нужно приобретать ее и устанавливать. Она уже установлена на заводе изготовителя. Это, наверное, плюс и единственное отличие, которое отличает вот принтер L800 от принтера P50, который мы использовали изначально. Все остальное в этом принтере идентично принтеру P50 фирмы Epson. То есть все то же самое, все те же функции, даже все, весь тот же вид, только есть отличие, что с краю у него сбоку сделано СНПЧ. Вот. Так. СНПЧ это заправляется несложно. Сейчас я вам продемонстрирую, как заправить СНПЧ в принтере L800 фирмы Epson. Мы приподнимаем и опускаем СНПЧ. Открываем. Здесь все цвета подписаны. Итак, берем краску. И заливаем ее. Оп, все. Один цвет мы заполнили.
Итак, мы заполнили все наши чернила. Закрываем крышечку. Так, и ставим на место нашего сэндвича. Оп, все. Мы установили СНПЧ, все чернила у нас заполнены. Вот, видно. И теперь нам нужно обнулить наш принтер на компьютере, чтобы компьютер тоже показал все чернила полные в программе. Итак, для того, чтобы сбросить счетчики чернил в принтере Epson L800, нам нужна программка PrintHelp. Итак, ищем программку PrintHelp и скачиваем ее к себе на компьютер. Скачать бесплатно. Итак, первый сайт, сразу переходим на него. Так. И вот здесь есть скачать бесплатно программу PrintHelp. Загружаем на компьютер. Сохранить файл. Так, файл у нас сохранился. Мы устанавливаем только что скачанный из интернета файл программы PrintHelp. У меня эта программа уже установлена. И я ее запускаю. Так, вот у меня загрузилась программка PrintHelp. Сейчас я ее так растяну, вам было видно. Итак, находим с краю наш принтер. Он единственный, вот уже есть Epson L800. И здесь справа кнопки, которые функции, точнее даже, можно сказать, которые можно применить к нашему принтеру L800. В зависимости от модели принтера, этих кнопок здесь может быть разное количество. То есть, если какие-то функции нельзя выполнить для этого принтера, то этих кнопок, соответственно, здесь не будет. Итак, здесь мы видим такие, как чтение уровня чернил, сброс уровня чернил, прочитать отработку, сбросить отработку и так далее. Нас интересует уровни чернил и сброс уровней чернил. Даже не сколько чтения, а сколько просто сброс. Так, попробуем чтение уровней чернил. Так, у меня сейчас уже все сброшено, и поэтому он пишет 100%. То есть все чернила заполнены на 100%. Вот. В вашем случае это может быть другое значение. Там 50%, 20%, 10%. Это означает, сколько осталось краски в чернильных банках в принтере. Итак, нам нужно, чтобы было все 100%. Если у вас значения отличаются, то вам нужно нажать кнопочку «Сброс уровней чернил». И программа сбросит чернила до 100%. То есть компьютер будет распознавать, что чернил в принтере заправлено, что чернильницы в принтере заправлены полностью. Вот. И все. После этого мы можем дальше продолжать печатать на принтере Epson L800 без каких-либо проблем. Так, все. На этом видео я заканчиваю. Есть какие-то вопросы, обращайтесь, спрашивайте. Я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. До свидания.